Теперь, когда артефакт захвачен, вам нужно закрепиться на станции дальняя и дождаться корабля, который вывезет вас с планеты. Он уже в пути. Будьте осторожны. Войска Доминиона могут отследить местонахождение артефакта по его излучению. Скоро за нами прилетят мои ребята. До тех пор нужно будет сидеть тихо и не высовываться. Это всегда пожалуйста. Думаю, мы заслужили пару часов отдыха. Командир, сканеры показывают скопление биосигналов зергов у места раскопок. Как же я не догадался. Тайкус, чтоб ты сдох! Я знать не знал ни о каких зергах. Клянусь! Если зерги будут следовать по выбранному курсу, то через один час они захватят базу. Дьявол. Нужно продержаться до прибытия наших. Если мы распределим морпехов по бункерам и удержим эти два моста, то у нас будет шанс. Драка будет нешуточная. Да ладно! Я был в куче таких заварушек. Только там зергами и не пахло. Удиви меня! Вооружен и опасен! Круто! Задавим их интеллектом! Точняк! За твой счет. Есть работенка? За дело? Пристройка завершена. Пристройка завершена. ХСМ готов. Кого подлатать? Ага. ХСМ готов. А? ХСМ готов.
ГСМ готов. Кому навешать? Что происходит? А вот и они. Целься! ГСМ готов. Вооружен и опасен. Приказы будут? Еще бы. В бой! Есть работенка. Ну да, конечно. Всем, кто слышит это сообщение, мы окружены. Находимся у станции Дальняя. Нужна помощь. Кому навешать? Все понятно. Понял. Давай, удиви меня. Так точно, сэр. ГСМ готов. Я уже заждался. ГСМ готов. Вас понял. А? Кого подлатать? Приказы будут? Кому навешать? А? Чего пугаешь? Точняк. И опасен. Конечно. Понятно. Так точно. Понеслась!
помощь! На помощь! Нас окружили зерги! Если можете, помогите! Так точно! Парни, как же мы рады вас видеть! Выведите нас отсюда! Расслабьтесь! Кому навешать? Как скажешь! СМ, на ремонт бункеров. Кого подлатать? Опишите характер недомогания. Я уже сдаваю, удиви меня. Задавим их интеллектом. Приказы будут? Жду не дождусь. Что происходит? Ну да, конечно. Ура! Выкладывай. За твой счет. Кому навешать? База атакована. Понятно. Приказ получен. Что стряслось? Еду. А? Чего пугаешь? Держитесь! Помощь на подходе! Вызывали? Без проблем. Задавим их интеллектом! Почему бы и нет? База атакована. Вооружен и опасен. Выноси.
со мной. Прочь с дороги! Срочно нужна помощь! Мы окружены! Кто-нибудь нас слышит? Приказы будут? Почему бы и нет? Доктора вызывали? Бегом, марш! Рады тебя видеть, Рейнар! Ждем приказаний! О, подлатать! Угу! Задай! Доктора вызывали? Превосходно! Вооружен и опасен! Круто! В бой! Продержаться еще немного. Скоро нас заберут. Почему бы и нет? Вооружен и опасен. Надерем им задницы. Понесло. База атакована. Выполняю. А? Ура! Кого подлатать? Будет сделано. И опасен.
База атакована. Давай, удиви меня. Все понятно. Высылайте мешки. Наши для трубов. КСМ атакованы. База атакована. Командир, это Мэтт Хорнер. Держитесь. Корабль на подходе. Да ты не торопись, Мэтт. У нас полно времени. СМ готов. СМ готов. Как скажешь. Давай, удиви меня. СМ готов. Карета подана. Есть кто живой? Рад тебя видеть, Мэтт. У нас тут весело. Хорошо, что мы успели, сэр. А теперь давайте-ка вытащим вас отсюда. Джимми, ты многого мне не рассказывал. Ты чуть не опоздал, Мэтт. Я вас ни разу не подводил, сэр. Это точно. А теперь сваливаем отсюда. Всем батареям открыть фронтальный огонь. Запустить двигатели 2 и 6. Гиперпрыжок по моей команде. Прыжок. Какого черта зерги вернулись? Зачем им нападать на Марсару именно сейчас? Не только на Марсару. Посмотрите. Полномасштабное наступление. Многие пограничные миры подвергаются разрушению. Огромные потери. Миллиарды погибших. Только что зерги напали на центр военных разработок.
Пресвятая мать-заступница. Эксклюзивная запись подтверждает, что Рой действительно возглавляет королева клинков. Мы знали, что она вернется. Но что ей нужно? Она пришла завершить начатое. Кто знает, с чем нам придется столкнуться в этот раз? Сэр, нам нужно подготовиться к бою, проверить снаряжение и оружие. Да, пойду поговорю со Своном в арсенале. Думаю, он уже разработал парочку новинок. Мне неприятно спрашивать, сэр, но по какой причине этот осужденный до сих пор на моем мостике? Полегче, Мэтт. Тайкус мой давний приятель. Он вытащил меня из одной заварушки несколько лет назад. Я перед ним в долгу. Но у вашего приятеля список судимостей длиннее, чем... Не длиннее моего. Поверь мне, если бы Тайкус Финли хотел меня убить, я уже давно был бы мертв. Что ж, вам виднее, сэр. Шикарный у тебя кораблик, Джимми. Где ты раздобыл этот летающий дворец? Раньше Гиперион был флагманским кораблем Менгска. Мы с Мэттом позаимствовали его, когда наши пути с Арктуром разошлись. Эта старушка вытащила нас из многих неприятностей. Кстати, о неприятностях, Тайкус. Почему ты расхаживаешь по моему мостику в скафандре? И правда. У тебя что, молнию заело? Ладно. Раскусил. Мне немного помогли с побегом из тюрьмы. Скажем так, за мной теперь должок. И я не выберусь из костюмчика, пока не расплачусь. И кому это ты задолжал? Кто тебя выпустил? Мёбиусы, естественно. Я же с ними не в музее познакомился. Им позарез нужны эти артефакты. Лучше не впутывай нас в свои дела, Тайкус. Об оплате твоих долгов мы не договаривались. Все действительно так плохо, Мэтт. Сообщения о нападениях зергов приходят со всего сектора. Менгск направил основные силы флота на защиту центральных планет Доминиона, бросив пограничные миры на произвол судьбы. Это настоящий ад. Мы не сможем остановить нашествие с одним кораблем и горсткой добровольцев. Значит, пока не будем геройствовать. Поднимем деньжат на Мёбиусах, а там все немного утрясется. Тогда и разберемся. Ты, кажется, не понимаешь. Ничего не утрясется. Зерги не остановятся, пока не перебьют нас всех. Не кипятись, Мэтт. Никто не собирается отсиживаться. Просто сейчас наши бойцы не в лучшей форме. Нужно подзаработать денег, собрать людей, вооружиться. Тогда мы еще сможем что-нибудь сделать. Доложи обстановку, Мэтт. Мы получили сигнал бедствия с планеты Агрия. Зерги атаковали сельскохозяйственную колонию. А ваш предприимчивый товарищ Тайкус предлагает захватить артефакт, находящийся на Монлите, священной планете протосов. Сэр, когда у нас откроется лаборатория? Было бы здорово начать исследование. Эй, народ! Наш славный предводитель вернулся! Как поживаешь, ковбой? Что нового, Свон? Ничего особенного. Все укрепляю войска, неизвестно для чего. Дорабатываешь броню и оружие? Ага.
Улучшения все занесены в консоль. Но на них потребуются деньги, и немалые. Надеюсь, ты вернулся не с пустыми руками. Слушай, я знаю, что с деньгами в последнее время было туго. Но этот артефакт с Марсары окупит все наши расходы. Где-то я это уже слышал, брат. Но теперь другое дело. И это я тоже слышал. Улучшение того, что у нас уже есть, это хорошо. Но когда у нас появятся новые разработки? В арсенале шаром покати. Когда через наши мастерские проходит что-нибудь новенькое, я сохраняю чертежи, чтобы при необходимости наладить производство. Если тебе нужно построить что-нибудь особенное, обеспечь меня чертежами. Тем, кто слышит это сообщение, зерги напали на Агрию. У нас небольшая сельскохозяйственная колония. Доминионцы сбежали. Нужно эвакуировать людей, пока зерги не добрались до поселения. Если вы слышите это сообщение, помогите. Умники из Мёбиуса считают, что очередной артефакт должен быть на планете под названием Монлит. Скорее всего, его охраняют протосы-фанатики. Они называют себя Талдарим. И не думай, что эти Талдаримы такие же добренькие, как твои приятели типа Зератула. Потому что это далеко не так. Входящее сообщение. Спасибо, что откликнулись на мой сигнал, командир. Я доктор Ариэль Хэнсон. Я представляю население колонии Агрия. Очень приятно, док. Можете звать меня Джимом. Что у вас стряслось? Зерги разрушили нашу планетарную защиту. Колония обречена. В течение последних 12 часов мы эвакуировали людей в ближайший космопорт. Но зергов становится все больше. И теперь добраться до кораблей не представляется возможным. Если вы возьмете на себя защиту шоссе, мы сможем отправлять оставшихся колонистов группами каждые несколько минут. Не беспокойтесь, док. Мы проведем ваших людей к космопорту в целости и сохранности. Надеюсь, что у вас получится, командир. Зерги оказались гораздо ужаснее, чем я могла себе представить.
его поджарить. Черт, давно... Эй, ковбой! Я отправил к тебе огнеметчика. Сегодня на обед будут хорошо прожаренные зерги. Сгораю от нетерпения. С дымком. Шашлычок. Приступим. Это запах победы. С пылу, с жару. Слава богу, вы прилетели. Я передам вам управление над основными зданиями колонии, чтобы вы могли помочь нам с эвакуацией. Чего пугаешь? Командуй. Вооружен и опасен. ТСМ готов. Нам предстоит конвоировать колонистов к космопорту, чтобы дать им шанс выбраться с планеты. Кому навешать? Из поселка скоро отправится первая группа колонистов. Давай, удиви меня! Кто на новенького? Задавим их интеллектом! Прочь с дороги! Что за спешка? Приказы будут? Круто! Что бы ни случилось, не останавливаемся. Вперед! Давай, удиви меня! Давно бы так! Кому навешать? Понятно! Приказ получен! Кто-то догадался построить бункеры вдоль дороги. Но почему в них никого нет? Когда зерги напали на нас, войска Доминиона бросили бункеры и сбежали. Им было плевать на судьбу колонии. Сожалею, док. Что ж, по крайней мере, бункеры удачно расположены. Надо будет направить туда солдат. Почему бы и нет? Конечно! Превосходно! Так точно, сэр! Отлично! Вас понял! Выполняю.
Как карта! Жду не дождусь! Еще бы! Это... Шоссе. Что будем делать? Можно закрепить за группой колонистов мобильный отряд. Или построить еще бункеры для защиты шоссе. Выходит следующая группа, командир. Подготовьте своих людей. Отлично! Приказ получен! Получай! Езжайте в космопорт! Быстрее! Да! Вооружен и опасен! Так точно, сэр? Превосходно! Конец! Кто на новенького? Вас понял! Выполняю! Колонисты в опасности! Прикройте их! Давай, удиви меня! Давно бы так! База атакована. Колонистов напали! Мы должны их спасти! Кто не дождусь! Почему бы и нет? Окей.
точно! Отлично! Высылайте мешки для трупов. Кому навешать? Прочь с дороги! Точняк! Еще бы! Командир, скоро мы отправим еще одну группу. Что происходит? Есть, сэр. Давай, удиви меня. Приказы будут? Есть, сэр. Подождите нас! Превосход! Будет сделано! Давно бы так! Что за спешка? Так точно, сэр! Нахрен со мной! Конечно! Выполняю!
Вас понял! Приказ получен! Все понятно! Сэр, мы только что обнаружили зерга в верхних слоях атмосферы. Точных координат дать не могу, но эти твари направляются к вам. Приказы будут! Прочь с дороги! Жду не дождусь! СМ готов! Командир, очередная группа колонистов готова отправиться в путь. Вооружен и опасен! На месте! Поехали! Превосходно! Так точно! Почему бы и не? Еще бы! Как гад! Что за спешка? Отлично! Окей! Будет сделано! Давно бы так! Понятно! Точняк! Все понятно. Бегу, марш! Выполняю. Круто!
Точно, сэр. Давай, удиви меня. Сэр, недалеко от вашей позиции зафиксирована сейсмическая активность. Думаю, это какой-то подземный зерк. Замечательно. С ними, как всегда, не соскучишься. Отлично! Окей! Прочь с дороги! Вас понял! Давно бы так! Почему бы и нет? Бегу, Мор! Есть, сэр! Приказ получен! Превосходно! Выполняю! Конечно! Мои люди почти готовы, командир. Скоро отправляется очередная группа. Что за спешка? СМ готов. СМ готов. СМ готов. Интересно, доедем или нет? Огоньку. Ладно, сейчас узнаем. Вооружен и опасен. Понятно. Так точно, сэр. Давно бы так. Все понятно. Кто на новенького? Конечно. Колонисты в опасности! Прикройте их! Отняк! Войска союзников атакованы. Окей! Еще бы! Круто! Утка подгорает! Давай, удиви меня! Отлично! Получай! Войска союзников... На колонистов напали! Мы должны их спасти! Выноси! Давно бы так! Так точно, сэр! Умри, умри, умри! Зерги напали на конвой! Поджарьте их! Прочь с дороги! Это были последние колонисты. Скорее, улетайте. Доктора вызывали?
Мы потеряли колонию, но мои люди спаслись благодаря вам, командир. Прекрасная операция, сэр. Доктор Хэнсон предложила взять ее на время в команду. Думаю, ее знания будут для нас неоценимы. Даже не верится, что я здесь. Спасибо за предложение, док. Над чем планируете работать? Ну, здесь допотопное медицинское оборудование, да и опыт исследований небогатый. Вот с этого и начнем. Вот как? Ну что ж, хоть научите чему-нибудь нашего Стэтмана. Добро пожаловать на борт. Ты вроде как снова в деле, Рейнер. Видимо, тебя ввели в курс событий. Именно так, мистер Хилл. Чтобы противостоять зергам и доминиону одновременно, мне понадобятся люди. У тебя есть свободные наемники? Как началось нашествие, мои ребята на расхват. Но твой бармен делает божественный майтай. Так что, конечно, у меня найдется для тебя парочка интересных предложений. Вы сама любезность, мистер Хилл.
Надо бы его снять. Хотя ребятам вроде бы кажется, что это круто. Видел доктора Хэнсон? А то. Хотел записаться к ней на прием. Просто спросил. Ничего такого. Но, кажется, мадам уже положила глаз на другого красавчика. Да ну. Кто бы это мог быть? Даже не знаю. Может, некий принц на белом коне, доблестно спасший ее колонию? Джимми, брат, когда ты начнешь разбираться в дамочках? Ты знаешь, к кому обратиться? Ты ведь сюда не со мной поболтать заходишь. Тонни Вермиллион на канале UNN. Наш корреспондент Кейт Локвелл сейчас находится на Агрии, пограничной планете колонии. Кейт, вы слышите меня? Прошу прощения, у нас возникли технические неполадки со звуком. Мне сообщают, что император Менгск собирается выступить с заявлением. Давайте послушаем его сообщение. Я привлек к решению стратегических задач лучших офицеров Доминиона. И с сегодняшнего дня наши войска возглавит герой битвы на Торусе, генерал Гораций Ворфилд. Ворфилд? Я думал, он давно ушел в отставку. Блестящий талант генерала Ворфилда и безупречная выучка солдат Доминиона станут залогом нашей уверенности в скором и успешном отражении нашествия Зергова. Под руководством генерала армия окажет достойное сопротивление рою зергов. Далее в нашем выпуске. Террористическая кампания Рейнера и нашествие зергов. Совпадение или закономерность? Наши сюжеты прольют свет на этот вопрос. Точно по курсу. Еще что ли одно выпить? А то и две. Черти б меня взяли. Крутым парням тоже не помешает передохнуть. Ох, что ж так подкрадываешься? И главное, этих колонистов в арсенал не пускай. А то кто их знает? Пора составить толковый план наступления. Колонистам, можно сказать, повезло. Но скольким миллионам до сих пор нужна помощь? Мы не можем разорваться, сэр. Важно то, что мы подали пример и дали надежду тем, кто в беде. Каждый раз, когда мы помогаем людям,
мы делаем еще один шаг к новому, светлому будущему. Знаю, Мэтт. Но прошло уже 4 года, мы ни на шаг не приблизились к цели. Теперь еще и зерги вернулись. Скорее бы наступило твое светлое будущее, а то человечество может его и не дождаться. А, сэр, когда у нас откроется лаборатория? Было бы здорово начать исследование. Старею. Силы уже не те. Я наслышана о вас, командир. Доминион выставляет вас преступником и террористом, но вы производите другое впечатление. Вы ведь знаете, во что превратился Доминион в последнее время. Кто-то должен вступиться за простых людей. Я не думаю, что это будет Менгск. Императору нет дела до нас. Мои люди с Агрией вместе с беженцами из других покинутых колоний Сектора отправились искать пристанище на Майнхофе. Из лагерей беженцев постоянно поступают сообщения о конфликтах и эпидемиях. Но император до сих пор ничего не сделал. Я займусь этим, док. Майнхоф уже давно служит перевалочным пунктом для беженцев со всего сектора. Но в лагерях собралось слишком много людей, и на планете вспыхнула неизвестная эпидемия. Прошу вас, помогите моим людям. Нужно сделать что-нибудь, пока не поздно. Умники из Мёбиуса считают, что очередной артефакт должен быть на планете под названием Монлит. Скорее всего, его охраняют протосы-фанатики. Они называют себя Талдарим. И не думай, что эти Талдаримы такие же добренькие, как твои приятели типа Зератула. Потому что это далеко не так. Слышал, что могучий Джим Рейнер снова в деле, но не при деньгах. На Редстоуне самые ценные ресурсы в округе. Но когда здесь появились зерги, килмарийцы резво собрали чемоданы и смылись от греха подальше. Деловые люди могут неплохо раскрутиться на этом предприятии. Если ищешь легких денег, прилетай на Редстоун.